Доброе утро, мои любимые. Доброе, прекрасное утро. Я смотрю, там Ян прилетел. Пойдемте посмотрим. Ян, это ты? Привет, красавчик. Привет. У меня есть батончик для тебя. Будешь? Будешь, красавчик мой? Какой ты хорошенький. Привет, привет. Привет, Янчик. Солнышко, кушай. Буду тебе так шарики делать. Шарики удобнее кушать. На. Тыкаешь. А, упала. Упал шарик. Давай с руки. Януш, не бойся. На. Смотри сердечком тебе. Опять уронил. Что ж такое? Голодненький, мое солнышко. Проголодался. А там тоже вон ее ребенок. Смотрите, какой беленький. Это Яшкин. Мои красавчики, кушайте. Кушайте, кушайте. Никого не слушайте. Заглядывает, хочет кушать. Иди сюда, не бойся, иди. Боится. Все, полетели вниз. Вот так вот. Кормлю голубочков. Жду подругу. Сейчас приедет в гости. Уже звонила, что... На подъезде уже подъезжает к Питеру. Кушай, мое солнышко. Вот, так что через полчасика уже будет у меня. Я хотела идти встречать ее, но у меня нога болит. Она сказала, нет, не надо, я сама. Ну, тут, в принципе, две остановки. Хотя из приличия, конечно, хотелось встретить, но я с некоторых пор из приличия ничего не делаю. Делаю, не знаю, из уважения, из каких-то других вещей. А из приличия у меня такого уже нет. Сейчас разговаривала с этой со своей подружкой, которая, помните, я вам рассказывала, с которой познакомилась в Дивноморске, с Галиной. Ну, рассказала ей, что, говорю, вчера ходила устраиваться на работу. Мне сказали, что без прививки не возьмут. Она говорит, так сделай прививку, что такого? Я говорю, ну я хочу работать, чтобы жить. Понимаешь? А не жить для того, чтобы работать. Это немножко разные вещи. Она говорит, да что ты никого не слушаешь, все брешут. Делай прививку и все, я же сделала. Она, да. Я говорю, так на каждого ж по-разному влияет. Она говорит, что ты боишься? Я говорю, нет. Она говорит, а что тогда, принцип? Ну, я не знаю, как объяснить человеку. А завтра мне скажут, вам нужно надевать памперс, ставить беруши в уши, одевать темные очки, антенну на голову и прыгать с 8-го этажа, иначе мы вас уволим с работы. И я должна буду делать вот это вот все. Понимаете? Работать или нет, это мой свободный выбор. Потому что я не раб.
И как ей объяснить? Вот человек говорит, что вот сказали, надо делать, и иначе работы у тебя не будет, если не сделаешь. А завтра скажут вот это, а потом вот это и вот это. А если вот этого и вот этого нет, то все, на работу не берем. А послезавтра нужно отрезать мизинец, и потом мы тебя возьмем. А если не отрежешь, то не возьмем. У нас надо, чтобы было только 9 пальцев на руках, на двух. А у тебя 10 не подходит. Понимаете? Это фашизм чистой воды. Просто фашизм. А я такая, какая я есть. И я знаю, что Бог со мной, и Он меня оберегает всегда и охраняет, и мои ангелы тоже. И я вообще 18 лет назад осталась на улице без копейки денег, без жилья, без знакомых, без никого. В стране, в которой я не была 12 лет. Понимаете, я даже... Ну вот просто была выкинутая. И всегда чувствовала, что Бог со мной. А идти впрыскивать в себя непонятно что, для того, чтобы кто-то мне там дал подачку, и чтобы я заработала какие-то там копейки на то, чтобы жить. Это моя земля. Я пойду в лес жить. Я буду счастлива. Ладно. Объяснять социумным людям какие-то вещи очень сложно. Да, я тоже люблю комфорт. Я люблю кушать то, что мне нравится. Но запихивать себя дальше, чем можно, я и так запихиваю. Я и так иду на работу, когда я не хочу идти. Бывает такое. Это счастье найти работу любимую, когда ты туда бежишь с радостью и не хочешь оттуда уходить. Но это очень редко бывает. Дай Бог, что так будет. Сейчас Евгений Павлович мне говорит. А. Я приехала, заплатила за электричество там со всем. И осталась должна ей 70 рублей. Она сейчас утром ко мне стучит. Говорит, Ирина, вы помните, что вы мне должны 70 рублей? Я говорю, да, конечно, Евгений Павлович, помню. Просто я вас не видела эти 2 дня. Она говорит, ну вот сейчас видите. Я, короче, ей даю 100 рублей, говорю, это за задержку, не надо сдачи. Она говорит, нет, я что, банк? Ни в коем случае. Принесла мне, короче, целую же. Не имею сдачи, смотрите. Ну, какая она лапа вообще. Правда, таска, не могу. Янчик, привет! И этот пришел, который Яшку все время сгонял. Кыш отсюда! А если так положу, будешь кушать хлебушек? Давай. Сейчас посмотрим, как кушать. Плюйте. Мужчики, плюйте. Бугинечки, плюйте. Как-то они не знают, как его клевать. Ну ладно. Янчик, иди сюда. Где прячешься? Иди. Иди, Янусь. Я жду тебя в Санкт-Петербурге. Та-ри-та-ри-та-та-та-та. Песня такая классная. Что-то я ее уже заслушалась. Ой, ну у меня это часто, вы знаете. Я вечно что-нибудь слушаю. Кушайте, мои красавчики. Мужички, клюйте. Нам, денежки, плюйте. Сейчас включу вам эту песню послушать. Она обалденная. Я ее уже раз 500 послушала.
Ой, какое у меня кресло поломанное, господи. Пошли мне кресло. Блин. Вот эта песня. Волшебного дня, прекрасного настроения, пусть у вас все получается. Спасибо, что вы есть.